Будем вешать синичники. Не было крепления. Франк сделал планку сзади металлическую сам, чтобы было как его прикрепить. Вот это металлическое, прикручено шурупами. Вот такой синичник мы купили. Я вам рассказывала. Вот, два мы купили. Здесь вот внизу дверца. Ее можно будет потом открыть и после периода гнездования почистить синичник для нового гнездования. Но не было системы, как его повесить, не продумано. Поэтому вот Франк эту планку прикрутил. Сейчас вот и теперь вот там вот крючочек вверху вбил и туда повесить. Только дырочка была сзади, но как на нее насадить? Это будет не прочно. А вот фиалочки. Смотрите, какие классные.